А в Минске торжественно отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Белоруссией и Казахстаном. В музыкальном театре состоялся концерт, посвященный этой дате. На сцену вышли деятели искусств, солисты оперы, танцевальные коллективы обеих республик. По словам чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Беларусь, страны успешно сотрудничают в экономической, культурной, научной и медицинской сферах. Конечно, кризис вот повлиял, немножко вот товарооборот немного упал вот за эти два года. Но в этом году уже вот стремительный рост идет вот в двусторонних отношениях. Надеемся, что в ближайшие годы товарооборот увеличится и достигнет вот того уровня, который докризисный был, почти миллиард.